Мы попали в пустыню, в которой был спрятан слиток фараона. Но чтобы его найти, пришлось отгадывать очень много загадок. Мы даже бедного скорпиона на сладкое подсадили. Конечно, не обошлось без паркуров и других сложных испытаний. Атакуйте бомжа, Валеру! Мы оказались в пустыне, и у меня есть проводник. Правило. Играть только первым лицом. Удачного прохождения. В смысле, приехал. Дальше Ух справится сам, мы можем разбегаться по нашим местам. Не понял, с черепами меня оставлять. Нажми на вот эту записку, это прошлый тут побывалец был. Ого, тут записка какая-то. Привет, меня зовут Джоми Тоймс. Это, наверное, мои последние слова, потому что меня укусила змея, у меня онемели ноги, пока я жив, я пишу это. Надеюсь, эту записку кто-то найдет и закончит мое дело. Я знаю, как попасть в пирамиду, это нелегко, но чтобы попасть в пирамиду, надо нажать на секретную кнопку. Она находится в... Ага, и все запечатано. Так, значит, он всю свою жизнь посвятил какой-то пирамиде. Я тут вижу следы, я пойду по ним. Какие-то странные следы. О, я пришел внутрь пирамиды. Один. Угу. Так, нажимаем на кнопочку. Ой, дверь закрывается. А что так-то? Нет, один проводник на улице остался. О, это что такое? Я в пирамиде. Дыры, которые тебя могут разрубить на кусочки, поэтому уворачивайся от них. А, я уже понял. Я тут вижу уже кого-то рассекирило тут. Ладно, пробежим осторожно. Вот эту секиры от кого интересно. Все, я пробежал. А как ты тут оказался, Рассет? Ты же вроде на улице остался со змеями. Ну вот я проводник, знаю секретные проходы. А, ну то давай сразу мне сокровища и все. О. Нет, так не интересно. Ладно, я пойду. О. О, это что такое вообще? Так, ладно. Кажись, я понял, что тут надо делать. Да, интересно, как это все работает. Ой, меня сейчас предает все, я пробежал. Тут везде все заросло, я пока ничего не нашел. Ого, это что такое? А, это пилы, да? Ладно, я пошел. Подсказка. Что за подсказка? Найди 3 спрятанные цифры в пирамиде. 1, 2, 3, 4, 7, 5. Что за двоечник по математике это написал? Я помню цифру 1 в самом начале. Ого. Так, туда можно просто наугад. Неправильно. Ай! Ой-ой-ой. Так, ладно. Думай. Тут есть еще одна кнопка. Тут скорпионы живут. Ладно, пошлите отсюда. Мне тут не нравится. Еще одна кнопка. Что-то много тут кнопок. Ой. Цифра 1. Ладно, будем смотреть внимательно. Ух, скажи так, ты одну уже пропустил. Да? Да. Ладно, раз я не могу найти цифры, тогда я буду пробовать все цифры наугад. Ой, что тут закрылось-то? Так, попробуем цифру 5. Осторожно. Ого, открылось правильно. Так, 3 или 7, 3 или 7. Эники-беники, ели вареники, эники-беники, пас. 7. Ладно, до свидания. Вы поживете со скорпионом, а я здесь посижу. Так, значит 3 все-таки, ладно. До свидания, проводники, было приятно с вами иметь дело, но я пошел. Нас подставили. Ой-ой-ой, что тут происходит? Стена задвигается. Что делать? Ой, меня сейчас придавит. О, дверь открылась в последнюю секунду. Где я? Не понял. Я вышел из пирамид? Почему? Да. Да. Подсказка, не факт, что сокровище именно в пирамиде. Значит, я в пирамиде столько всего проделал, а меня туда просто взяли и выкинули. Так, а что тут у нас рядышком? Ого, нужна бутылка. Тут рыбы летают? Это как вообще? Это стрекозы. А, это стрекозы. Рыбы летают. Так, тут какие-то домики еще есть. О, привет, скорпион. Это тот самый скорпион, все плохой. На тортик покушай, это очень вкусно. Тут есть еще огромный сфинкс, и он очень злой. Попробуй, не знаю, что-то понажимать, может там лапка сфинкса, допустим. Хорошая идея. Так, жмак, 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 жмак. Ничего не работает. Какой-то сломанный сфинкс. Может он сломался? Ладно, пойдем в другое место. Сломан. Нет, он... Нет, за тысячу лет он мог уже сломаться. Так, посмотрим, что у нас здесь тогда. Ого, в палатках я нашел бутылку. Пойдемте тогда в озеро, поймаем тех питающих рыб. Посмотрите в инвентарь. Ого, теперь у меня есть бутылка с водой. О, еще привет. Кажется, его растение съело. Ладно. Так, а у нас здесь что есть? Череп какой-то. О, я нашел лом. Для чего нужен лом, я уже не помню. Ну ты посмотри в инвентарь, там поищи. Веревка есть. Веревка, у меня есть веревка. А, так я веревку нашел, а не лом. Ладно, пойдем с Винсом. А ну открывайся, или я тебе тортик не дам. Короче, дверку с открыватус. Видите? Ты что-то открыл, ух. Вот тут открылось это. Попробуй сюда нажать, тут открылась фигня. Внутри кнопки есть еще одна кнопка. Ну нажимай. Жмакаем. Так, тут у нас рычажок. Все, я же говорил, это растение какое-то непростое. Как его нажать? Еще одного челика.
Нужен пароль номер 57. Пиши его в чат. Номер 57? Что за пароль номер 57? Там что-то написано. Номер 57, 3541 у этого домика. 3541 это пароль. Ага. Там было написано в записке, что надо ввести его в чат. 3557. А, 4567. Да что не работает? Я же посмотрел. Ну и ладно. 3541. Ладно. Она в решетке превратилась. Ну и ладно. Ну, пофиг. Не работает у меня пароль. Все. О, а у тебя получилось. О, иди там сюда, кнопка иди сюда. Появилась. Нифига себе, как это? Ну я сам без понятия. Ого, там что-то у нас открылось. Побежали. Что-то меня тут и бегать, бегать, и бегать заставляет вообще. А тут у нас сундук открылся. В сундуке. Лом. Зачем мне лом? Так, надо в пословицы заглянуть. Против лома нет приема. Так, где тут приемы? Угу. Так, ладно, все, я устал, я буду отдыхать вот здесь. Че, меня бегать и бегать заставляют. Ну вот тебе буханочка, значит, там. А конфеты? Вот, покушаешь. Ладно, все, давайте, пошлите дальше. Я вспомнил, где нужен был лом. Лом нужен был там, где домик, чтобы взять лопату. Че? На так, верхнюю ладно. Часть. Так можно ну, было куда? Просто вот так пролезть же. А, нет, я реально так снизу просто пролез под досками и все. Забираем лопату. Теперь у меня есть лопата, я могу откопать все эти ямки, на которых было написано нужна лопата. Начнем откапывать. Хыть, пусто. Не понял, обманули. Пойдем другую ямку вскопаем. Очень интересно копать ямки. Я думал, в каждой ямке будет что-то интересное, а тут опять пусто. Вон там еще одна ямка. Откопаем. И там? Пусто? Пусто. Капец. Где пусто? Мне кажется, вы все знаете, и мне просто не хотите говорить. Где не пусто, а то я вас сейчас ломом прибью. Говорить. Ладно, ладно. Идем за домик. Вот тут не пусто. Зажмак. О, кнопка наконец-то. Что? Я же говорил, эти кактусы какие-то странные. Вот кактус открылся. Нажимаем на кактусовую кнопку. О, наконец-то я открыл эту дверь у сфинкса. И там... Нужен синий ключ. Да вы что, издеваетесь? А там за ним написано, нужен красный ключ. Не, еще я обиделся. А, ты, кстати, не все ямки откопал. Так, все, я забираю сейчас свой тортик. О, тут ямка. Ладно, все-таки на. Если бы не ты, я бы не нашел ямку, так что держи тортик. Ага. Сейчас упаду в колодец и все, и меня никто не вытащит. Давай ты первый. Давай, Рассет, прыгай. Не боись. Я тебя затолкну туда. Ладно, это да, сам. Ну чё, нормально там? Нормально. Ладно. Кайфово. Прыгаем. А, чё, и подкоп в дом? Да, это подкоп в дом. Ого, мы теперь в доме. Крутой подкоп. А чё, в доме? А в доме синий ключ. Опять зенюга на тортик. Заело. И какая-то крышка. Ладно. А что это? Инвентарь посмотри. Где всё, что ты находишь, подбирается в инвентарь. Изолента. О, а я думал, это какая-то крышка для моей бутылки. Ну вот, опять далеко бежать. Еще полкарты пробежать надо. Все, нормально, кирка есть. Все, теперь у меня есть кирка. А изолента осталась. Тебя... Я вроде бы изолентой починил, но она у меня еще осталась. Так еще есть, но она больше никуда не нужна вроде. А где почему ты там можно кирку кому-нибудь сделал? Рот завязать, если болтать много будет походить? Не надо. Так, вот тут мне нужна была кирка. Открываем. И здесь у нас... Так, какие-то... Ага, на паркур похоже, да? Это что за паркур, вы скажите мне? Это вообще как проходить? Оу, все понятно, штучки Рассета. Да. Это закрепления типа такие. Все, залез. О, красный ключ. А ты мог поднять красный ключ и все, и было бы хорошо. Зачем мне надо было забираться, если ты мог поднять его? А я не мог, он тяжелый. Тяжелый ключ. Оказывается, лягушки не могут поднимать ключи, понятно. Будем знать. Так, открываем замок, вот так. И вот этот, во как хорошо, жмак, жмак и все. Чего я залезть не могу? Ну вот тут залезь, вот, ну все. Бегай. Бегаю, опять. Так, здесь можно подняться наверх и пойти сюда. Пойдем сначала вниз, ой, ладно. Стой, ты внизу там? Да, я тут бегу дальше. Ну вот бегай, лабиринт там проходим, мы тебе с этим... Опять вниз, я упал, ой! Ага, теперь здесь лабиринт целый. Направо, налево, налево, направо. Давайте, я уже сбежал почти. Ура, я выжил отсюда, наконец-то. О, какие-то штуки и золотые слитки. Моё. Ой. Вставайте! Атакуйте бомжа Валеру! Откройте дверь. Беги за ним.
Бегу отсюда, мумия какой-то этот. Фараон злой, все, уходите отсюда, плохие. Все, на тебе тортики. Они очень вкусные, пад, до свидания, все. О, я вижу свет в конце туннеля. У меня конфеты еще есть, если хотите. Фараон, у тебя крутое золото, еще потом возьму. Да пока. Конфеты-то не есть, не есть мои конфеты. Найди человека, он поможет тебе. О, я там вижу какого-то человека из Майнкрафта. На этом это видео будет заканчиваться. Ставим лайки и подписываемся на канал. С вами был Геймс. Всем пока.